Компания «Электромотор» представляет циркуляционный насос «Спрут» GPD-15-9A. Насос «Спрут» GPD-15-9A предназначен для циркуляции жидкости в отопительных системах, в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Рекомендуется для использования в бытовых условиях. Насос «Спрут» GPD-15-9A представляет собой насос с мокрым ротором, то есть жидкость напрямую контактирует с двигателем. Он имеет три скорости вращения, которые можно регулировать вручную. На третьей скорости двигатель развивает мощность 120 Вт. Малогабаритный насос «Спрут» GPD-15-9A расходует очень мало электроэнергии и при этом практически не издает никакого шума в системе. При монтаже насоса следует помнить, что вал мотора можно размещать только горизонтально. Технические характеристики. Напор 9 метров, подача 0,5 кубических метров, монтажная длина 130 мм, класс защиты IP44, температура жидкости от 2 до 40 градусов Цельсия, питание 220 Вольт, мощность 120 Вт, вес 2,5 кг. Насос «Спрут» GPD-15-9A производится в соответствии с международными стандартами, имеет все обязательные сертификаты, гарантия 12 месяцев. По вопросам приобретения насосов «Спрут» обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 519 18 20.